буквы Z на автомобилях, российский триколор, патриотические песни. Общественная палата Одинцовского городского округа провела автопробег в поддержку российской армии. Стартовали с центральной площади Одинцова. Мы с нашей комиссией придумали эту акцию, чтобы поддержать наших ребят, поддержать наше правительство, поддержать нашего президента. Вселить, так сказать, в них надежду на то, что они занимаются нужным делом, которое нужно всем россиянам, всей России. Более 50 человек поддержали патриотическую акцию. Автоколонна проехала почти весь городской округ. Голицыно, Большие Веземы, Звенигород. Финальной точкой стал главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».